после яркой солнечной погоды, после жары у нас еще вот что бывает. Какие-то поднялись смерчи, начали летать. Вообще погода ужасная. Мы только обрадовались, что ясные солнечные деньки. Пока хорошо, погода хорошая, в огороде что-нибудь высадим. И чуть не улетели с огорода вместе с помидорами и с теплицами. Ужасная нынче погода. О, все полетело. Сейчас как бы с крыш не начали покрытие, как обычно, улетать. Вот такая погода у нас. Сибирский регион, Алтайский край. Все ждем весны. Все ждем лета. Через один день уже будет лето. А у нас еще черти что творится. То град, то снег. Вот сейчас дождь какой-то с ветром. Ужасненькая погода. И смотрите, какие черные тучи. Наверное, опять на нас идет или снег, или град, или что-то такое. Нужно прятаться в домик. С вами была Ольга Чернова. Это, как всегда, ежедневный почти что прогноз погоды, который у нас меняется каждый день. Вот утром я сидела, была яркая погода, ясная, с перцами, солнце аж слепило, и жара была. Все быстро в одну секунду поменялось. Вот детей несет ветер. Сейчас придует каких-нибудь кошек на воде.